уважаемый Авгедерович. Спасибо, что приехали к нам в Сочи, но и по инициативе премьер-министра Армении, и именно в Сочи, я, видимо, ну, не получается, осень. Тем не менее, встреча, на мой взгляд, имеет значение, важная. Встреча посвящена нашим региональным делам. Я еще раз хочу Карабахского конфликта. 2 года назад подписано 3-сторонний. Благодарен. Ну а сегодня, конечно, надо будет поговорить о ситуации, которая сложилась на сегодняшний день, поискать пути решения вопросов, которые еще не решены. И в этой связи отметил бы и важную составляющую экономического характера нами создана реализация. Карабахский конфликт – это уже история. Он был решен 2 года назад. Поэтому тут в этом контексте практически обсуждать нечего. А нормализация азербайджано-армянских отношений – это тот формат, который требует, конечно же, очень серьезных шагов. И я еще раз хочу выразить вам благодарность за роль, которую вы сыграли в урегулировании Карабахского конфликта. 2 года назад подписана 3-сторонняя декларация, положила конец многолетнему конфликту.